В Гонконге сотни человек приняли участие в акции протеста против снятия с предстоящих выборов законодательный совет 6 кандидатов, выступающих за независимость от Китая. Они отказались подписать документ, в котором город признается неотъемлемой частью Китая. Сторонники протестного движения, получившего название «Революция зонтиков», выступают против намерения центральных властей Китая повлиять на выборы в автономном Гонконге.